Меня зовут Алена, мне 23 года, я нивха. Мои предки и я жили и живем на Сахалине. Это остров, островной регион России. Когда я в детстве ходила с бабушкой, с прабабушкой за ягодами, мы ходили в лес, она всегда приучала к тому, что прежде чем что-то взять у природы, у леса, нужно сначала покормить ее. Прежде чем что-то взять, нужно что-то отдать. Чамзатта, чмычмит лето, тых-тых-тятта, нагри-нагризатта, нагризаба-туф-туф, и ты забачал-вчал, тот забатыв-тыв, пихтяба-ай.